саженцы клематиса фиолетового отличаются особой непритязательностью, крупномер довольствуется малым. Солнечный участок. Суглинистая или супесчаная богатая почва. Достаточный полив. Обеспечивая растение необходимыми условиями, можно вырастить изумительную лиану с повышенной зимостойкостью. Малоуязвим этот сорт к различным вредителям. Фиолетовый клематис – самый долгоцветущий крупномер. Главное его отличие – цвет лепестков, он может варьироваться от голубого до чернильного. Восхитительная лиана – идеальный вариант для вертикального озеленения. Подойдет она для декора арок, балконов и стен. Клематис фиолетовый – это лианы высотой 500 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка фиолетово-лиловая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 3-5 см. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.